вооруженные силы Украины во время успешного наступления освободили село Старомайорское Волновахского района Донецкой области от российских оккупационных войск. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал видео с украинскими защитниками. Старомайорское освобождала 35-я бригада морской пехоты вооруженных сил Украины совместно с силами территориальной обороны. Вооруженные силы Украины продолжают наступательные операции по трем направлениям фронта – Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому. Об этом сообщает представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. По его словам, украинские защитники ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. Также наши войска сдерживают наступление оккупационных войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Украинские защитники поразили 5 артиллерийских средств армии Российской Федерации и нанесли 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах сел Ровная и Макаровка Донецкой области, но безуспешно.